эфире «Вести Камчатка», в студии Евгений Кудрявцев. Доброе утро! Камчатцы плетут маскировочные сети для военной техники и бойцов в зоне спецоперации. Спрос на масс-полотна как никогда большой. На изготовление одного маскировочного полотна уходит целый день. За основу берется обычная рыболовная сеть. Дальше на станке нарезается ткань на ленты. Их специально надрезают, чтобы напоминало листики деревьев. От времени года зависит и цвет ткани. Летом используют темно-зеленую и коричневую. Показывает технику плетения Елена. Именно она собрала волонтеров, узнав о дефиците сетей в зоне СВО. Сейчас женщине помогают неравнодушные жители полуострова. Но, как говорит Елена, лишних рук никогда не бывает. Плетет вся Россия, плетет уже давно. Ну и, соответственно, свои регионы помогают своим регионам. То есть, если плетет Новгородская там или Вологодская область, они будут своим подразделениям правильно помогать. И получается, что наша 40-я, 155-я там бригада, это камчатские ребята, так скажем, наших сетей не было. А очередь на сети вот на данный момент всероссийские на август месяц записываются. Такие сети используют для маскировки бойцов, вооружения и военной техники. Как только все сети будут готовы, их отправят в зону специальной военной операции. Рукодельницы уже с нетерпением ждут отзыв о своей работе от защитников с фронта. Наталья Репина, Дмитрий Санников, Вести Камчатка. Конкурс от ГТРК «Камчатка» подходит к концу. Неравнодушные жители полуострова на протяжении месяца доказывали, что делать добро – это просто. И на помощь другим поскорее торопись! Мегабайты добрых дел заполонили наши социальные сети. Уже завтра, в День семьи, любви и верности, будут подведены итоги. Добрые дела не останутся безнаказанными. Финалисты получат ценные призы и подарки от наших меценатов и спонсоров, которые не прошли мимо нашего конкурса и приняли участие, сделали тоже доброе дело. А для всех участников мы проведем экскурсию по нашей телерадиокомпании. Горы, вулканы и песни под струны гитары. В поселке Ключи состоялся необычный фестиваль. Под открытым небом у подножия вулканов на фестиваль собрались музыкальные таланты со всей страны. На сцене исполняли песни и играли на музыкальных инструментах. Я приехала из Москвы. Я в прошлом году купила в Эссо квартиру, чтобы приезжать отдыхать, восстанавливать здоровье на термальных водах. А в этом году так получилось, что мне написала моя знакомая из Петропавловска, что вот фестиваль в Ключах, я тебя порекомендовала, тебе позвонит женщина. Хочешь? Я говорю, конечно, я хочу, конечно. И вот я приехала, приняла участие. В дальнейшем организаторы планируют продолжить проведение подобных мероприятий, а фестиваль сделать традиционным. На этом все. До встречи в эфире. Просто не да. А все для дома? Что есть все для дома? Теперь у нас все новое. Подушечки. Все для дома 257-700. А твой брат когда уже съедет? Квартиру купит и съедет. Выбрал уже какую-то. Не выбрал еще. Мы по цене не сошлись. Завтра еще поищу. Этажи.ком. Для тех, кто навыбирался.
Черешни, вишни, жимолость, голубика, яблони – все это прекрасно растет на Камчатке. А теперь, похоже, будут еще и груши. Ну а вам в плодопитомнике Эльзовский на 27-м километре, где покупают саженцы и все остальное для Камчатки. 924-780-1000. КамГУ имени Витуса Беринга объявляет набор абитуриентов на образовательные программы среднего профессионального и высшего образования. Бюджетные места, гарантированное трудоустройство. За доп. Информацией обращайтесь в приемную комиссию 42-68-36. Когда случается самое страшное, угрожающее жизни или здоровью, а время идет на секунды, звони 112. Единый номер для вызова пожарных, спасателей, скорой и полиции. Телефон 112 доступен круглосуточно. Вызов бесплатный. Острую боль невозможно терпеть? Алмаг Плюс – современный медицинский аппарат, действующий на очаг поражения. Три режима работы магнитного поля Алмага Плюс способствуют усилению кровотока, снятию отека, боли и воспаления. Алмаг Плюс – молодость для спины и суставов. Светлана Абрамова. Тоже улыбающаяся. Собирайтесь у экрана всей семьей, будет интересно. Да, причем дружной семьей. Дружный совет, да любовь. И отдельная квартира необходима.